«Ах, мадам, я без вас чуть с ума не сошел. Избегали меня в неделю. Я не спал и не ел, на прислугу был зол. Ну, скажите, чего вы хотели?» «Ах, месье, опуститься на землю пора. Я не знаю, что вы возомнили. Но не ждите оваций, плохая игра. И прошу вас, не стройте идиллии». «Ах, мадам, трудно мне говорить о таком, но я был у гадалки известной. И поверьте, что сходятся все на одном. С дамой Треф суждено мне быть вместе». «Ах, месье, да вы точно лишились ума. Не настолько вы важная птица, чтоб великая Эн приняла вас сама. К ней министры не могут пробиться». «Ах, мадам, вы не правы. О, прелесть моя, для любви нет преград, чувство вечное. Удостоился чести быть принятым я. Обошлось не без связи, конечно». «Ах, месье, вы хитрец, добрый друг и сосед. Да к тому же вы в доверие вхожи. Мы здесь с вами одни. Мне откройте секрет. Я мечтаю туда попасть тоже». «Ах, мадам, что глупец я, лишь кажется вам. Не бывает бесплатных пирожных. Не куплюсь я на вашу улыбку, мадам. Это будет вам стоить дороже». «Ах, месье, представляете, во всей вы красе, изворотливый лжец, искуситель! И не смейте ко мне приближаться, месье, я сейчас закричу: уходите!»